Потом как бы ладно, она взялась уже, она 200 раз писала все условия, что если кого-то не будет, то второй день на съемку, бывает, дети заболели, максимум 5 человек, то есть немного, то есть стараться быть. И сегодня с утра, вы знаете, этот не придет, этот не придет. Значит, если вы, ребята, вы посчитали, что это за мне туда заплатила. Thank you.